13 жовтня 2009 року в Україні стартує третя фабрика зірок. На екрані обличчя, які скоро стануть відомими. Та для цього їм доведеться виграти у запеклій боротьбі між собою. Перша драма на фабриці – виліт яскравого учасника з екзотичною зовнішністю 21-річного Паші Лі. На початку проєкту він програє у глядацькому голосуванні братам Борисенкам і не потрапляє у шістнадцятку фіналістів. Ця поразка для хлопця – трагедія. Підтримати його у студії приходить найдорожча людина. Дуже сильно розстроїлась, плакала на передачі, тому що, звісно, ну, обідно за дитину, що він дуже не працював, дуже старався. Ну, так все получилось. Он был готов вылететь в любой момент. И меня подготавливал, но я не была к этому готова. Мама – єдина людина у Пашиному житті, яка завжди з ним поруч. Ще кілька років тому вони пережили страх і побої у власній родині. Помню, как мы убегали, это вообще было ужасно. Это такое ощущение, что тебя сейчас поймают, и что-то произойдет такое вот самое летальное, что может произойти. Потому что папа, там, я помню, эти крики, ну, как бы разъяренные такие, там, когда мы прятались во дворе, я помню, за ступеньками. Вот, а он на машине за нами мчался, там, в этом дворе даже, стоял и ждал, пока мы выйдем, там. Когда с мамой там, ну это даже не хочу вспоминать это, наверное, самые такие неприятные моменты. Паша народився і виріс у Євпаторії, в заможній родині. Тато-бізнесмен тоді заробляв гроші за кордоном, мама працювала брокером. Паша – єдина дитина у батьків. Ми там жили щасливо, ми їздили в Красні Піщери, я пам'ятаю, в дитинстві, коли маленький був. С папой у меня хорошие отношения были, ботанический там Бахчисарайский сад, я помню, как мы гуляли там. У 1996-му раптом руйнується бізнес батька, а разом з ним і родинна ідилія. Щоб запобігти фінансовій кризі, тато починає працювати у сільському господарстві. За фатальним збігом саме тоді втрачає роботу і мама. В семье тоже пошел такой сумбур, там когда-то вот нажитые какие-то богатства, там кольца у мамы там были, это все спускалось в ломбарды, там деньги отложенные, это все спускалось на еду, и вот уже оставалась только школа у меня, вот, мама там, мама устроилась поваром, понимая, что если она будет работать поваром, у нее будет какая-то возможность, то, что она там готовит для людей, ну и понятно, что можно быть поваром и ничего не принести с работы. И понятно, что она каким-то образом там умудрялась там какую-то там отбивную, там еще что-то, ну как-то паковала, приносила, ну это смешно, может, но тогда это нам очень помогало. Папа у меня занимался там на полях, я помню, мы выращивали там какие-то арбузы у нас были, дыни, капуста, вот, даже я еще помню, что он там эти все вещи, мы их продавали на рынке. И вот я тоже стоял. Я помню, что я продавал персики. Восьмирічний Паша в усьому допомагає батькові. Когда мы собирали эти персики, это ворса вся падает тебе за шею, она все жутко чешется. Та злидні не загартовують родину, а знищують її. Разом з добробутом батьки майбутнього співака втрачають спільну мову. Тато с мамой постоянно сварятся, а часом и бьются на очах у своих друзей. Очень не повздорили там однажды в гостях, я помню, там когда-то сидели, прям там бойни были, пап, ну, там ужас был. Было невыносимо некоторые вещи выдержать вот в этой жизни такой, в этих побоях, в этих там, орах, криках, драках их. Вот, потому что мама вечно там с фингалом, то там еще что-то там опухшее у нее, и понятно, откуда это возникало. Когда мы скандалили, естественно, он зажимался в себе, ну, да, ему было неприятно, конечно, он иногда плакал, да, да, когда он слышал с другой комнаты, он плакал. Ну, не хочу вспоминать это прошлое, мне очень больно и противно. Колись лагідний тато стає тираном. З ним навіть домашнє завдання робити страшно. Це теж все проходило в сльозах, тому що мене теребив до такої степені, що у мене починалася істерика, поки я не напишу вот этот пересказ какой-то или сочинение на тему там какую-то.
вот так как он это видел, это могло 3 часа, 4 часа это могло переписываться. Неизвестно сколько раз. Это у меня уже мама уже там могла даже, ну, успокойся, да, пускай уже допишет спокойно. Нет, вот у него доходило до таких моментов истерики.